Здесь я хочу продемонстрировать, как сделан корпус инкубатора. То есть вот такие профиля. Они делаются на заводе у нас. Вот, по моему заказу, 6-метровые. В зависимости от того, какой мне нужен корпус, я их отрезаю. Комплектующие я покупаю через представителя в Москве из Италии, фирмы Ароссио. Вот. Двери мне здесь делают на заводе, сэндвич тоже здесь. Вот. Вот так вот собирается угол. Везде идут уплотнители качественные. Вот мы можем наблюдать, как оно закрывается. Уплотнитель здесь, уплотнитель еще закрывается вот здесь. То есть идет двойное уплотнение внутри. Вот сюда кладется 16-я фанера, которая позволяет... Это пол. Да, вот пол, да, это вот здесь будет. Это 16-я фанера, которая позволяет любому человеку наступить и не провалиться. Стенка сделана из сэндвича 40 мм. С одной стороны, чтобы не проходил никуда воздух, вот он опять этот уплотнитель. Вот. А чтоб не отваливался, он зажатый уголком и шурупом, вот мы видим насквозь. Зажат, чтобы ничего никуда не вывалилось. В результате получается качественная герметичная вещь. Многие у меня говорят, алюминиевая конструкция, ну, будет работать на улицу. Ну, эту конструкцию не я придумал, а придумывали итальянцы. И они уже рассчитали, что вот этот уголок забирает очень мало тепла на улицу из внутренней камеры, и это хорошо работает. Поэтому в этом расчете я доверился на 100% итальянцам. Вот, сделаю. То есть вот так вот сделана конструкция инкубатора. То есть корпуса. Еще раз, уплотнитель раз. Уплотнитель раз, уплотнитель два. Везде уплотнители стоят к сэндвичу. Угу. И уплотнитель 3, уплотнитель 4, грубо. Ну, это уже уплотнитель для стекла или же для сэндвич-панели, ну, двери. Дверь. Угу. Это дверь у нас. Вот. А, понятно, это дверь. Это дверь, да. А везде идут уплотнители. То есть вот мы видим, как уплотнитель сработал, зажав панель. То есть нигде нету места для прохождения воздуха. Мостик холода. Мостик холода является вот он, но да. Утечки воздуха нету холодного. Саморез. Вот, саморезы вот так вот обрезаются после монтажа болгаркой, вот так вот срезаются, и здесь гладкая поверхность остается. Вот что касается это корпуса.